Привет всем! Я сегодня буду печь бисквит. Хотела показать, как я это делаю. Ничего сложного в этом нет. Я беру 4 яйца. Взбиваю это дело миксером. Всыпаю 1 стакан сахара и потом 1 стакан муки. Сейчас к яйцам добавлю щепотку соли. Добавляю щепотку соли. И кто хочет, можно добавить пачечку ванильного сахара. Взбиваем. Вот такая пышная пена получается. Просеиваем стакан муки. Понемножку вводим муку. Не буду вам жужжать. Вот такая пышная масса у нас получилось. Я заранее подготовила форму. И прогревается у нас духовка. Это все тщательно перемешиваем, чтоб нигде ничего у нас не осталось, ни промесов. Выливаем форму. Вот так это все получается и отправляем в духовочку. На 180 градусов. Ну, смотря какая духовка у кого, смотрите сами, потому что у меня духовка, я, честно говоря, пеку на 120. У меня сильная духовка, сильно греет, так что если я поставлю на 180, верхний сгорит, а середина будет сырая. Так что каждый знает свою духовку. Печем и проверяем шпажкой до готовности. Итак, вот такой бисквит получается. Сейчас он немножко остынет. Я испеку еще один. Потому что мне для тортика нужно 2. Сейчас я открою. Ой, я вас немножко ударила. Такой пышненький. Видите, всего лишь на 4 яйца. Ну, я скажу, сантиметра 3 так точно есть. И диаметр формы
по-моему, 22, если я не ошибаюсь. Вот так вот. Сейчас достану. Опа. Все, конечно, горячее. Все, пускай стоит, остывает. А я сейчас сделаю еще один. И нужно, ну, как минимум часов 8-10, чтобы они постояли, полностью остыли. Все это остыло хорошо, чтобы когда разрезаешь, не крышился. А завтра уже буду делать тортик. Вот на второй замес готово тесто. Знаете, я посмотрела на коробку. Диаметр формы 24. Вот. Выливаем наше тесто. Силиконовой лопаткой подбираем все. Вот так вот. Немножко прокручиваем. Ставим в духовочку. Кому было интересно мое видео, попробуйте, приготовьте. Здесь не нужно ни разрыхлитель, ни сода. Я ничего не добавляю. И вот такие красивые бисквиты получаются. Видите, он еще, конечно, горячий. Какой желтенький, видите? Так что попробуйте приготовить. Я буду торт делать просто заварным кремом и сверху белково-заварной. Так что ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока. Вот такая зима у нас. Сегодня уже 24 апреля. У нас до сих пор идет снег. Красота.